Дорогие товарищи, телевидение Советского Союза начинает репортаж о праздновании 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в столице нашей Родины, городе-герое Москве. Через несколько минут мы включим Красную площадь. Работают все телевизионные станции страны с использованием наземных и спутниковых систем связи. Передача транслируется в страны-участницы интервидения. Внимание! Говорит и показывает Москва. Включаем Красную площадь. Утро 7 ноября 1987 года. Кремлевские куранты всегда на страже времени. У них точный отсчет. Приближается час исторического события. Мы будем свидетелями его. У Ленинского мавзолея, как всегда, цветы, венки. Венки со словами любви и благодарности, написанными на алых и белых лентах. Октябрь пришел к нам из города, носящего теперь имя вождя революции. Отсюда, с Красной площади, мы приветствуем Ленинград. Мы поздравляем с праздником ветеранов революции, гражданской и великой отечественной войн, ветеранов труда. С трибун Красной площади мы шлем сейчас привет всем городам-героям, всем трудящимся страны Советов.
все ближе начало торжества. Красная площадь. Она сегодня в день юбилея особенная. На здании ГУМа в центре портрет Владимира Ильича Ленина. Символика октября. Слева здания плакат, воскрешающий первые ленинские декреты. Вся власть советам, мир народам, земля крестьянам. На историческом музее гордая цифра 70. Кремлевская стена. Полотна с изображением гербов всех республик страны. Посредине, над мавзолеем, государственный герб СССР. Гирлянда из хвои. Кремлевская стена. Свидетельница многих десятилетий нашей истории. Кадры кинохроники напоминают, она была такой в дни первых советских парадов. Знакомые и дорогие каждому кадры. Ленин на Красной площади. Готовы к параду войска. А за ними, на улицах и площадях Москвы, насколько видят наши камеры, колонны жителей столицы. Такая она сегодня, Москва, тронутая бодрящим морозцем поздней осени, согретая дыханием тысяч демонстрантов, расцвеченная всеми красками праздника. Такая она сегодня, Москва. Москва, Москва, ты не поем, но
Вы заметили, товарищи, что одними из непременных атрибутов Красной площади стали наши телевизионные камеры. Они показывают всей стране белокаменную столицу. Столицу первого в мире социалистического государства в день ее 70-летия вместе с нами сейчас видят жители Европы, Азии и Америки. Более 30 телевизионных камер, установленных на кремлевских башнях, на Покровском соборе, на гостиницах «Россия», «Москва», «Националь», на гостевых трибунах. Страна, мир вновь будут смотреть и слушать Москву. Так же, как это было несколько дней назад, когда в Кремлевском дворце съездов звучало слово об октябре и нашей перестройке, о том, что революция продолжается. В докладе генерального секретаря ЦК нашей партии октябрьский 70-летний юбилей страны Советов был назван моментом гордости, моментом памяти, моментом размышлений. И еще юбилей – это взгляд в будущее. Именно в развитии социализма видится суть наших сегодняшних дел и забот. Именно наши достижения являются прочной основой для новых свершений. С трибуны торжественного заседания прозвучали слова глубокой благодарности тем, кто самозабвенным трудом, не жалея сил и не щадя жизни своей, делал нашу историю. Здесь, рядом с нами, ветераны революции и гражданской войны, первых пятилеток, ветераны Великой Отечественной. Здесь же, на трибунах, собрались сегодня те, для кого передовая проходит у станка, на стройке, в поле, на ферме, в научной лаборатории. Везде, где мы трудимся, где идет работа над выполнением планов пятилетки. Нынешний этап нашего развития назван прямым продолжением революции. И для каждого из нас есть конкретное дело в этом процессе. Вместе с советскими людьми торжества на Красной площади увидят тысячи гостей из-за рубежа. Их сегодня больше, чем обычно. Многие были приглашены на торжественные заседания и остались, чтобы встретить вместе с нами наш революционный праздник. Люди разных стран и континентов, они с интересом знакомятся с переменами в нашей стране, произнося по-русски слово «перестройка». Строительство новой жизни не имело образцов. Учиться было не у кого. Требовался неустанный поиск созидательных решений. Требовался он всегда. А сейчас, когда наша страна начала перестройку, поиск верных решений приобрел наибольшую актуальность. Надо избавиться от застойности и консерватизма предшествующего периода, исправить допущенные ошибки, преодолеть изжившие себя методы работы. Это длительный процесс революционного обновления общества. Успех его в первую очередь зависит от развития демократии. Прочтем плакат на здании ГУМа. Демократия поставлена во главу угла. Демократия, мир, перестройка, ускорение. Есть глубокая связь между этими понятиями. Демократизация общества является душой перестройки, и от того, как она пойдет, зависит успех и самой перестройки. До начала торжеств остаются считанные минуты. Внимание, товарищи! На трибуну Мавзолея поднимаются руководители Коммунистической партии и Советского государства.
Присутствующие на Красной площади приветствуют генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева, членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС. Марат! Фирно! Для встречи слева! Накра! Пул! Военный парад в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции принимает кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, генерал армии Язов. Командует парадом командующий войсками ордена Ленина Московского военного округа генерал-полковник Архипов. Товарищ генерал армии, войска Московского гарнизона для парада во знаменовании 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены. Командующий парадом генерал-полковник Архипов. Товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Генерал армии Язов поздравил с праздником слушателей военной академии имени Фрунзе и направился к колонне военно-политической академии имени Ленина. Сегодня в праздничном параде участвуют преподаватели и слушатели военных академий и высших военных училищ, воздушные десантники, пограничники, морские пехотинцы, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, мотострелковые, танковые и артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны и ракетных войск. Товарищи!
70-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Это 116-й военный парад на Красной площади. Почти все виды и рода войск представлены здесь. Порядок прохождения их по традиции остается неизменным. Но есть в нынешнем параде то, что отличает его от всех предыдущих. Это историческая часть. Здравствуйте, товарищи суворовцы и нахимовцы! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Историческую часть парада представляют красные кавалеристы, гражданской, бойцы-автоматчики Великой Отечественной. Они еще раз напомнят о героическом пути наших вооруженных сил. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Генерал армии Язов и генерал-полковник Архипов направились на площадь 50-летия октября. Здесь построена боевая техника. Поздравляю вас с 70-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Мотострелки и танкисты, воздушные десантники, артиллеристы, ракетчики. Лучшие из лучших, настоящие мастера своего дела, отличники боевой и политической подготовки.
Отъезд войск закончен. Генерал армии Язов поднимается на трибуну Мавзолея. Сейчас прозвучит сигнал «Слушайте все», и министр обороны СССР произнесет речь. Товарищи войны советских вооруженных сил, ветераны Великого Октября, гражданской и отечественной войн, трудящиеся Советского Союза, наши уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, советского правительства приветствую и поздравляю вас со всенародным праздником 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 7 десятилетий назад произошло переломное событие отечественной и всемирной истории. Рабочие крестьяне России под руководством большевистской партии во главе с Владимиром Ильичом Лениным осуществили победоносную социалистическую революцию. Она положила начало принципиально новому, справедливому общественному строю. Наша страна, партия, народ являются первопроходцами, и мы по праву гордимся своей историей. Не померкнет в веках славные дела тех, кто совершил революцию. Священная память о героях гражданской и великой отечественной войн, мужественных патриотах социалистической отчизны, которые в жестоких схватках с врагами отстояли завоевание Великого Октября, нашу советскую власть. В короткий исторический срок трудом рабочего класса, крестьянства, народной интеллигенции, всех наций и народностей, всех поколений советских людей создана могучая социалистическая держава. Страна располагает развитой экономикой, квалифицированными кадрами промышленников, специалистов, ученых, огромным политическим и интеллектуальным потенциалом, богатейшими природными ресурсами. После апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС в стране развернулась гигантская по масштабам революционная по своей сути работа по ускорению социально-экономического развития и перестройка всех сфер общественной жизни. Выработанная партия политическая линия целиком и полностью отражает волю и интересы народа. За истекшее время положено начало коренным изменениям в управлении экономикой, в хозяйственном механизме, в социально-культурной сфере жизни советского общества. Неотъемлемыми чертами перестройки становится углубление демократии, расширение гласности, критики и самокритики. Обо всем этом убедительно сказано на торжественном заседании в Москве, посвященном Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня вместе с нами
70-летие Великого Октября празднуют народы социалистических стран все прогрессивное человечество. Неизмеримо возросли авторитет и величие Советского Союза на международной арене. Впервые ленинским принципом внешней политики коммунистическая партия и советское правительство твердо и последовательно проводят курс на сохранение и укрепление всеобщего мира и международного сотрудничества. Делают все для того, чтобы замыслом агрессивных империалистических кругов не суждено было сбыться, чтобы была ослаблена военная угроза, предотвращена новая мировая война. На это направлены новые крупные инициативы, выдвинутые Советским Союзом в последнее время. Особое значение в этой связи приобретает предстоящая советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой будет подписан договор о полной ликвидации ракет Советского Союза и Соединенных Штатов Америки средней и меньшей дальности. Рассмотрен вопрос относительно будущего договора по сокращению на 50% стратегических наступательных вооружений обеих стран и договоренности о соблюдении договора по ПРО и невыходе из него в течение согласованного срока обеих сторон. Однако, несмотря на благоприятные тенденции в международных отношениях, обстановка в мире продолжает оставаться сложной. Не устранена угроза ядерной войны. Реакционные империалистические круги, игнорируя уроки истории, продолжают добиваться военного превосходства. В этих условиях коммунистическая партия и советское государство принимает необходимые меры по поддержанию оборонного потенциала Советского Союза на таком уровне, чтобы никто не посмел нарушить нашу мирную жизнь. Наши армии и флот оснащены первоклассными вооружениями и военной техникой. В советских вооруженных силах, как и в целом в стране, идет перестройка, направленная на всемерное повышение бдительности и боевой готовности. Вооруженные силы Советского Союза в едином боевом строю с армиями братских государств, участников Варшавского договора, всегда готовы к защите социалистических завоеваний, достойно выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Да здравствует 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции! Да здравствует героический советский народ, его доблестная армия и флот. Слава Коммунистической партии Советского Союза, руководящей и направляющей силе советского общества. Ура!
Прозвучал гимн Советского Союза, отгремели залпы артиллерийского салюта в честь 70-летия Великого Октября. Парад! Фирма! Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! Занимают свои места линейные. На плечо! Все готово к параду. Равнение направо! Шагом! Марш! Парад открывается торжественным маршем. По традиции с 1940 года его начинают воспитанники Московского военно-музыкального училища. В нынешнем году училищу исполнилось 50 лет. Перед праздником училищу присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола. Колонна знаменосцев открывает историческую часть военного парада. Во главе знамя ЦК РСДРП. Честь принести его в этот день перед мавзолеем оказана майору Николаю Кравченко, герою Советского Союза, который удостоен этого звания за подвиг, совершенный в Афганистане. Следом 150 боевых знамен частей и соединений, отличившихся в годы гражданской войны и в борьбе с иностранной интервенцией. Мы знаем, что идут сейчас по площади нынешние, современные воины, парни которым по 18-20. И в то же время трудно побороть чувство, что это не сошедшие со старых фотографий и фильмов наши деды. Вот такими молодыми и сильными шли они в революцию, защищали молодую республику советскую. Красногвардейцы вместе с отрядами революционных солдат и моряков были решающей силой, утверждавшей советскую власть. Именно такими запечатлела их память народная. Солдатские папахи времен Первой мировой войны, матросские бушлаты, перекрещенные пулеметными лентами. Вот они. А вот так выглядели регулярные части Красной армии. Шлемы-богатырки, которые позднее стали называть буденовками. Длиннополые шинели с разговорами на груди, винтовки трехлинейки с русскими штыками. Это была армия нового типа, покрывшая себя бессмертной славой в гражданской войне и отражении иностранной интервенции. Давно Красная площадь не слышала конного цокота, не видела такого зрелища. Красная конница. За боевыми порядками современной военной техники нынешних парадов мы стали забывать о том, что первые военные парады здесь никогда не обходились без кавалерии, без ее трубачей.
и неслись неудержимо с гривой рыжего коня. Грива ветра, грива дыма, грива бури и огня. Это из песни о тачанке. Быстрота, неожиданность, натиск. Лихие тачанки с молодыми пулеметчиками, которые строчили по цепи врагов густой, были грозным оружием в годы гражданской войны. На Красной площади знамя победы. Долог и труден был путь этого красного флага до того, как стать ему знаменем победы. Право пронести его в юбилейном параде предоставлено герою Советского Союза генерал-майору Василию Федоровичу Сдунову. Он начал войну 17-летним юношей, закончил ее в Берлине, участвовал в параде победы. 150 боевых знамен представляют наиболее отличившиеся части и соединения советских вооруженных сил. Проходит сводный полк, рассказывающий о воинах-освободителях, солдатах Великой Отечества. Каски, плащ-палатки, в руках воинов знаменитая ППШ, автоматы «Шпагин». Советский солдат выстоял и победил потому, что в борьбе с таким врагом, как германский фашизм, вопрос стоял о жизни или смерти, и о том, быть нам свободными или впасть в порабощение. На Красной площади Военной академии Советских Вооруженных Сил военные орденов Ленина и Октябрьской революции, краснознаменные ордена Суворова Академии имени Фрунзе. В 1918 году по инициативе и при личном участии Владимира Ильича Ленина основана эта первая советская военная академия. Ее выпускники вели в бой батальоны и полки, командовали армиями и фронтами в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Чапаев, Буденный, Дыбенко, Рокоссовский, Конев, Чуйков, Баграмян, Говоров, Мерецков. За каждым из этих имен исторические победы нашей армии. Около 700 выпускников Академии стали героями Советского Союза. Золотые звезды на груди молодых офицеров, идущих сейчас в строю парадного расчета, награды за мужество и героизм. В парадном расчете слушатели военно-политической орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной Академии имени Ленина. И тут политработники, комиссары, как называли их в годы революции, с первых лет которой ведет свою историю Академия. Из ее стен вышло около 13 тысяч политических бойцов армии и флота. Свыше 150 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Сейчас в колонне 157 офицеров, отмеченных наградами Родины за мужество и отвагу в наши дни. Военные орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова Академии имени Дзержинского. Ее история – часть истории русской армии и советских вооруженных сил. Вскоре после победоносного завершения Отечественной войны 1812 года в России было создано артиллерийское училище, а в феврале 1918 по решению советского правительства на базе училища были открыты первые советские командные артиллерийские курсы для подготовки красных командиров. 68 героев Советского Союза, 26 героев социалистического труда, 227 лауреатов Ленинской и государственных премий – выпускники Академии. Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная Академия бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. Эта академия одна из крупнейших в стране, основной учебный и научный центр сухопутных войск. Среди ее выпускников видные военачальники, а также ученые и конструкторы.
составе парадного расчета немало молодых офицеров, награжденных орденами и медалями в наши дни. На Красной площади старейшее военно-учебное заведение страны, военно-инженерные ордена Ленина, Краснознаменная академия имени Куйбышева. Основанная 168 лет назад, она положила начало подготовке военных инженеров в России. Имена ее выпускников – это страницы нашей истории. Герои освободительной войны на Балканах – Тотлебен и Радецкий, писатели Достоевский и Григорович, ученый Сечин, профессор фортификации и композитор Кюи. Символом несгибаемой стойкости и верности своему долгу стало имя генерала Карбышева. Сегодня в шеренгах идут более 200 офицеров, награжденных боевыми орденами и медалями. Военная ордена Октябрьской революции, Краснознаменная академия химической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко. 55 лет исполняется ей в этом году. Пройден большой путь, и высокие награды – достойная оценка деятельности Академии. Военные специалисты, которых здесь готовят, владеют знаниями и умением борьбы со средствами массового поражения. Многие научные сотрудники и слушатели Академии с первых дней принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В колонне военно-воздушной краснознаменной ордена Кутузова Академии имени Гагарина идут летчики и штурманы, связисты, работники штабов. 19 летчиков-космонавтов учились в этой академии. Среди ее выпускников свыше 700 героев Советского Союза и трижды герой, маршал авиации Кожедуб. Золотые медали, звезды, боевые ордена, медали на груди идущих сейчас по Красной площади. На знамени Академии имени Гагарина высокие награды многих социалистических стран. Нет, пожалуй, сегодня такой авиационной части, где не служили бы офицеры, выпускники военно-воздушной орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной инженерной академии имени профессора Жуковского. Именно он, отец русской авиации, в 1919 году стал первым ректором этого учебного заведения. Среди выпускников академии знаменитые наши авиаконструкторы Ильюшин, Яковлев и Каян. Учился здесь и первый космонавт планеты Юрий Гагарин. На Красной площади курсанты Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени Ленина. Современный военный корабль – средоточие сложнейшей техники и вооружения. Корабельный инженер – должность почетная и ответственная. Она требует серьезных знаний, отличной военно-морской подготовки. В канун 70-летия Великого Октября состоялся 35-й выпуск инженеров для военных кораблей различного класса. Каждый пятый выпускник училища отмечен наградами. В парадном строю подразделение воздушно-десантных войск – «Крылатая гвардия». 7 раз за годы Великой Отечественной войны салютовала Москва подвигом воздушных десантников. Внезапность и дерзость. Умение мгновенно ориентироваться в самой сложной ситуации, безукоризненное владение всеми видами оружия – вот качество воинов, которые сегодня служат в воздушно-десантных войсках. На 64 тысячи километров протянулись границы нашей страны. Охранять их призваны и выпускники Московского высшего пограничного командного ордена Октябрьской революции Краснознаменного училища КГБ СССР имени Моссовета. Более 150 пограничников стали героями Советского Союза в годы Великой Отечественной. И те, кто проходит сейчас в парадных расчетах, достойные наследники боевой славы старшего поколения. У морской пехоты Балтийского флота славный боевой путь. Балтийцы свято берегут революционные традиции матросов, штурмовавших Зимний, защищавших молодую советскую власть на фронтах гражданской войны. В боях Великой Отечественной черными дьяволами называли фашисты морских пехотинцев, которые, не зная страха, воевали дерзко, умело, мужественно. В блокадном Ленинграде, в
сталинградских окопах, в Севастополе, Одессе, Новороссийске стеной на пути врага вставали солдаты в бескозырках. Орденов Ленина, Октябрьской революции, краснознаменное имени Дзержинского, дивизия внутренних войск МВД СССР. Свой путь начала дивизия с автобронеотряда, созданного в феврале 1918 года. Отряд громил деникинские части, сражался с контрреволюцией. Дзержинцы охраняли штаб революции Смольный, обеспечивали личную безопасность Владимира Ильича. А позже первыми стали на пост номер один у Ленинского мавзолея. За годы Великой Отечественной 11 воспитанников дивизии стали героями Советского Союза. На Красной площади суворовцы, воспитанники Московского и Калининского суворовских военных училищ. В 1943 году были основаны эти учебные заведения. Их первыми питомцами стали осиротевшие дети фронтовиков. Снова перед мавзолеем бело-голубой военно-морской флаг. В парадном строю питомцы Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. Это правнуки тех, кто делал революцию в Красном Питере. Внуки защитников города Ленина в годы минувшей войны. Более 5000 воспитанников окончили Ленинградское Нахимовское. Идут кремлевские курсанты. По традиции парадную колонну в пешем строю замыкает Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина и Октябрьской революции краснознаменное училище имени Верховного Совета РСФСР. От первой Московской революционной пулеметной школы, созданной в декабре 1917 года, началась история этого училища. Его почетным курсантом и почетным командиром был избран Владимир Ильич Ленин. Во всех парадах на Красной площади, начиная с самого первого, в мае 1918 года, принимали участие кремлевские курсанты. Во всех, кроме одного. В ноябре 41-го сводный курсантский батальон защищал Москву на Волоколамском направлении. 79 питомцев училища стали героями Советского Союза. Сейчас от исторического музея начали движение механизированные части и подразделения сухопутных войск. Как наказ Родины восприняли воины призыв партии. Неустанно совершенствуйте боевую готовность и мастерство. Крепите воинскую дисциплину. Бдительно охраняйте созидательный труд советского народа, завоевание социализма. На марше гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской революции краснознаменная ордена Суворова дивизия имени Калинина. В Смоленском сражении, на огненных рубежах Ельни, в боях с отборными фашистскими войсками начиналась слава этой дивизии. В числе первых соединений она стала гвардейской. Там, где гвардия наступает, враг не устоит. Эти слова – девиз воинов. Они сражались на Северном Кавказе, освобождали Кубань и Прибалтику, громили бастионы врага в Восточной Пруссии. За годы Великой Отечественной войны 19 тысяч таманцев были награждены орденами и медалями. 33 стали героями Советского Союза. Трое из них навечно зачислены в списки гвардейских полков. Прошли десятилетия. Но слава героев тех боев жива. Она приумножается делами нынешних воинов.
В юбилейном году большинство таманцев стали классными специалистами. Каждый третий – отличник боевой и политической подготовки. На итоговых тактических занятиях, которые закончились перед праздником, гвардейцы продемонстрировали возросшее мастерство, показали, что боевой техникой они владеют умело. На Красной площади боевые машины десанта. На одной из первых командир батальона гвардии майор Шевалин. За боевые успехи он награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Десантники обучены действовать в сложных условиях в тылу врага. Воины-патриоты, интернационалисты и в наши дни сумели достойно показать себя. Недавно на тактических занятиях солдаты и офицеры этой части еще раз показали высокую выучку и мастерство. Не зря же в песне поется, что есть десантные войска и нет задач невыполнимых. Гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина краснознаменная дивизия имени Андропова – одно из лучших соединений сухопутных войск. Под этими боевыми знаменами гвардейцы сражались под Сталинградом, на Курской дуге, освобождали правобережную Украину, города Польши и Чехословакии. Для молодого поколения кантемировцев продолжение боевых традиций – это упорная учеба, боевая готовность и бдительность. Сейчас на Красной площади колонны артиллерии, подразделения противовоздушной обороны и ракетных войск. В октябре 17-го начала свой боевой путь советская артиллерия. Владимир Ильич Ленин, решая вопросы военного строительства, постоянно уделял внимание развитию этого рода войск. Стойкость и мужество проявили артиллеристы в боях при обороне Царицына и Петрограда, в разгроме белогвардейских войск и интервенции. 18 артиллерийских частей были тогда награждены почетным революционным красным знаменем. 45 лет назад, 19 ноября 1943 года, сокрушительный залп тысяч орудий возвестил о начале контрнаступления наших войск под Сталинградом. В годы войны артиллерия стала главной ударной силой. На фронте ее называли «богом войны». Свыше 500 артиллерийских частей стали тогда гвардейскими. Сейчас перед трибунами проходят подразделения 152-миллиметровых орудий. Это мощные артиллерийские системы, которые способны разрушать долговременные укрепления в глубине обороны противника. Девиз артиллеристов – каждый снаряд точно в цель. По традиции колонну артиллерии замыкает подразделение современных реактивных установок. 14 июля 1941 года под Поршей воины знаменитых «Катюш» дали свой первый залп. А весной 45-го уже несколько тысяч гвардейских минометов завершали разгром врага. Проходит колонна подразделений войск противовоздушной обороны. Вспомним зенитчиков Великой Отечественной, летчиков-истребителей противовоздушной обороны. Они умело и отважно прикрывали от налетов врага и спасали от разрушения важнейшие промышленные центры, обеспечивали охрану транспортных магистралей. От клинка и трехлинейной винтовки до мощной ракеты. Сегодня на параде мы видим, как развивалась и совершенствовалась боевая техника. Труд ракетчика — это напряженные дни и ночи, отточенное мастерство, четкое выполнение воинского долга. Воины советской армии и военно-морского флота достигли высоких показателей в предоктябрьском социалистическом соревновании. Вот проходят ракетные комплексы сухопутных войск. В бою они могут поражать цели, удаленные на большие расстояния. На учениях ракетчики показали высокую политическую бдительность, слаженность, постоянную боевую готовность. Напряженный ратный труд
постоянная борьба за сокращение нормативов боевой подготовки – вот слагаемые успеха воинов-ракетчиков. Выступая на юбилейном заседании, товарищ Горбачев подчеркнул, что пока опасность войны сохраняется, пока социальный реванш остается стержнем стратегии и милитаристских программ Запада, мы и впредь будем делать все необходимое для поддержания оборонной мощи на уровне, исключающем военное превосходство империализма над социализмом. Заканчивается военный парад в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Советские воины еще раз продемонстрировали здесь свою выучку, показали, что на страже завоеваний социализма в боевой готовности стоят могучие, оснащенные всем необходимым вооруженные силы. За торжественным маршем военного оркестра, завершающим парад, на площадь вступают знаменосцы. Три тысячи 400 алых стягов реют сейчас над главной площадью Москвы. Здравствует 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! Нашей Родины. Через все испытания мы
мы проносим верность революционным традициям, память о легендарном героическом времени. На площади демонстрация 1918 года. Такой она была. Трудный и радостный нынешний день. Ритм городов и деревень все неразрывно в общем движении. Мы утверждаем, борясь и творя, мы революции продолжение, мы продолжение октября. Долой выжидающих и наблюдающих, даешь разбег идей и стремлений. Перестройка зависит от нас, товарищи! Время! Вперед! Вперед! Время! Ленинским революционным курсом 27-го съезда КПСС вперед по пути перестройки к лучшей жизни советских людей. Ура! Пионеры преподносят цветы руководителям Коммунистической партии и Советского государства. Имя твое, революция, с нами! С нами октябрь, твое красное знамя! И в нынешний праздничный хор вольются славные песни твои, революция! Трудовая Москва. Восемь колонн демонстрантов, словно могучие реки, вливаются на Красную площадь. Ближайшая к мавзолею колонна Москворецкого района. Рядом Пролетарского, затем Ленинского, Краснопресненского, Фрунзенского, Свердловского, Дзержинского, Бауманского. В самих названиях московских районов
как бы слышатся голоса российских революций. Ленин, Свердлов, Дзержинский, Фрунзе, Бауман, «Красная песня». Праздники принято подводить итоги пройденному. И транспаранты языком цифр и графики рассказывают о последних достижениях промышленности столицы. Мы привыкли отмечать юбилеи тем, что сосредоточиваем внимание на нерешенных задачах. И лозунги над головами демонстрантов говорят о ближайших и перспективных целях: развитие научно-технического прогресса, повышение качества продукции, удовлетворение постоянно растущих потребностей общества. Но если говорить об особенностях нынешнего праздника, то, пожалуй, давно мы не ощущали такой личной сопричастности каждого человека к общим проблемам, ставшим перед страной. Революционное дело перестройки вызвало в нашем народе новые силы. Когда перед нами вставали практически новые задачи, для разрешения этих задач словно из земли вырастали новые силы, которых никто не подозревал еще накануне перелома. Правоту этих ленинских слов подтверждает наше время. Демократизация, законность, гласность – это не лозунги. Это наши завоевания, которыми мы гордимся. Это наша жизнь. Слава великому октябрю, открывшему новую эру в истории человечества! Ура! Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильича Ленина! Ура!